Так. Что вы думаете насчет Аллы Борисовны? Вернется она когда-нибудь к нам? Мне позвонили, Пятый канал, несколько дней назад. Можно мы подъедем на 2 минуты? Я говорю, а зачем? Повод. Но вы слышали? Я говорю, я не слышала, я видела. Вот мы хотим, чтобы вы прокомментировали. Я говорю, что прокомментировали? Вот слова Аллы Борисовны. Нет, слова-то это понятно, что там. Вот... Я сказала, что для Аллы Борисовны много чести, чтобы я ее комментировала. О как. Да. То есть... Потому что ее любили 90% страны. Ну, не в последние, мне кажется, 20 лет. Неважно. Мы еще живы, те, кто ее любили. Мое поколение, мои одноклассницы там. Понимаете? Поэтому... А вы с ней пересекались по шоу-бизнесу? Конечно. Все нормально было, никаких ни интриг, ничего? Ну, по-разному было. Но я как бы не ведусь на это, на все. Я отхожу в сторону. В начале? И все. Мне тоже звонила «Комсомольская правда» или «Московский», я их путаюсь. Ну, 3 месяца назад. И зашли очень издалека. «Катя, а где вы будете в этом году отдыхать?» Я говорю, вы знаете, я за 2 года пандемии наотдыхалась выше крыши. Ну, может быть, у вас будет отпуск? Я говорю, нет, а что вы от меня хотите? Ну, вы поедете, может быть, на море, может быть, за границу. А уже нельзя было ни на какую за границу ехать. Думаю, издалека заходят ребята. Я говорю, да нет, я не купаюсь, не загораю, все нормально. А вот вы слышали, что очень многие выезжают за границу. Действительно, издалека. Издалека. Я говорю, ну да, я говорю, а что в этом такого ужасного? Ну вот некоторые же уезжают, типа, я говорю, ну человек ищет, где лучше. А вот в Израиле там, я говорю, слушайте, у нас половина артистов имеет двойное гражданство, недвижимость там, и никто никогда этого не скрывал. И вот они подошли к главному. А вы слышали, что вот Алла Борисовна уехала? Я говорю, да. А вдруг она к нам больше не вернется? Я говорю, а если она к нам больше не вернется, вы будете довольствоваться меньшим, то есть мной. Ой, ха-ха-ха, вот тоже так. У вас такое чувство юмора. Я говорю, а я не шучу. Вот, поэтому это не то чтобы трагедия для страны. Это очень неприятно. Она же уже не пела много лет. Мне Градский говорил, что у нее узлы на связках. У меня тоже были узлы, мне их убрали. И в таком возрасте можно уже не петь. Я не об этом говорю. Что обидно, что она здесь больше...